Друзья мои, всем привет! Вот такая кипа посылок нам сегодня приехала. Бесплатный посредник. Давайте не будем затягивать, будем вскрывать. Не знаю, долго получится, недолго. Постараемся сделать это все быстро, дабы не затягивать видео. Вскрываем первую посылочку. И смотрим, что у нас там находится. Пупырочка. Вот такие вот красивые штучки. Штучки. Не знаю, как называется. Все для вязания, вышивания и наведения красоты. Все ссылки на товары будут в описании. Кому интересно, смотрим, подписываемся. Это у нас глазки разных размеров, форм, диаметров. Точное количество вам сказать не могу, но вот маленьких очень там вот много прям. Видите, да, они там болтаются. То есть на игрушках, которые вы сделаете своими руками, будет смотреться очень даже хорошо. Так, дальше у нас в этой посылочке. Опять же глазки, уже разноцветные. Вот такие глазки. Так, эта посылочка у нас пуста. Убираю посылочку, дабы не захламлять стол. Давайте вскроем следующую посылку. Опять у нас глазки. Заказано у разных продавцов, поэтому разные наборы. Если бы у одного продавца, я думаю, в одной посылке бы все пришло. Опять куча глазок, разноцветные, уже размер глазок меньше. Внутри они также трясутся, болтаются. Опять все у нас для вязания, вышивания. Так, следующая посылочка. Следующие посылочки у нас, не знаю, что это. Ах, друзья мои, это счетчик. Счетчик одевается на спицу. И когда вы ряды проходите, вы щелкаете количество рядов. Видите, да, циферки перемещаются, довольно плотно ходят. То есть в процессе вязания просто так вы это не собьете. Маленький, большой счетчик для вязания. Следующая посылка. Следующая посылочка. Открываем. Опять у нас по ходу дела куча глазок. Нет, не куча глазок. Какие-то у нас идут пуговички. Пуговички. Выглядят как вот белые. Ну, прям как жемчуг. Пакетики пусто. Следующая посылочка. Давайте вот эту откроем. Откроем мы и посмотрим, что нам в этой посылке приехало. Какое-то приспособление. Ну, вот видите, да? Краткая инструкция, что этим приспособлением можно делать. Какая-то направляющая идет, шило, пластиковая иголка. В общем, кто знает, тот, я думаю, поймет. Кому интересно, ссылки в описании, как я уже говорил, куча иголок. Вот следующая упаковочка. Даже вот не представляю, сколько их здесь штук, но очень много.
я думаю, в одном кружке около 30-20 иголок. А их здесь, сами видите, сколько рядов. Не написано, Made in China, КД. Так, в этой посылочке пусто. Открываем следующую посылочку. Посылочки, на удивление, в последнее время идут быстро. То есть это буквально приехало за 20 дней. Так, это у нас темного цвета глазки. Вот так упакованы. Большие вот глазки, да, видите? И маленькие, ну чуть поменьше глазки. А может одинакового размера. Скорее всего одинакового размера. Нет, одни побольше, другие поменьше. Так, следующая посылочка. Тут она какая-то порезанная у нас уже приехала. Давайте мы по этой прорези разрежем дальше ее. Вот даже не представляю, что это, друзья мои. Основа такая бархатная. А что это и для чего это? Сказать вам я не могу, так как вязанием, вышиванием я не занимаюсь. Следующая посылочка. Открываем, смотрим, достаем подарков. Вот уже сколько, 8 посылок мы открыли, и ни в одной посылке нету никаких подарков. Но это, друзья мои, какие-то крючочки для фиксации чего-то, не знаю чего. Но булавочки, булавки, набор булавок. Следующая посылочка у нас. Какие-то червяки, пластиковые червячки. Для чего они, тоже не в курсе. Заказывали, видите, через бесплатного посредника, поэтому для чего, как ими пользоваться, это я уже не могу вам сказать. Кто занимается, понимает это, тот, я думаю, поймет. И кому интересно, опять же, будут ссылки в описании к этому видео. В этой посылке у нас идет бумажка. Бумажки у нас указаны количество, ну и что, собственно, положено в эту посылку. Набор крючков. Просто вот сколько не видел крючков, вот этот так вообще такой гигантский, наверное, миллиметров 10 в диаметре, то есть от самого маленького до гигантского набор крючочков. Набор иголок пластмассовых. И вот такие гигантские глаза. Даже достану один, посмотрим. Ну, качество, я бы сказал, не очень. Не очень. Как-то вот в царапинках. Хотя, может, оно так и должно быть. Я точно не знаю. Вот такие гигантские глазки, фиксаторы к ним. Следующие у нас идут, ну я думаю, это черные глазки. Хотя нет, вот это идет, как в предыдущей посылке было, красное, да, розовое. Это идет уже, вот напоминает форму сердечка, но вот на сердечко не сильно смахивает. Также набор фиксаторов идет.
И вот, друзья мои, вот такие глазки. Вот такая, друзья мои, куча посылок для вязания. В основном глазки, какие-то крючки, приспособления для вязания. Кому интересно, все ссылки в описании. Бесплатный посредник действует. Все под видео. Ссылка на бесплатного посредника. Ссылка на продавцов и эти все товары. Кому интересно, подписывайтесь на канал. Ставьте лайки. Пока-пока.